Я совсем не люблю хитрых клиентов. Вот если ты чем-то недоволен, ну скажи прямо, да, что ты там постоянно это юлишь, придумываешь что-то. Если ты решил кинуть клиента, ну, или мастера, ты скажи ему прямо, я хочу тебя кинуть, и все. Зачем там всякие сложности придумывать? Здесь я вам показываю переписку, как клиент юлит. А я ему напрямую говорю, ты скажи мне прямо, хочешь кинуть, кинь, да? Не хочешь кидать, будь честным. Просто мне интересно, понимает ли зону честности человек, с кем я разговариваю. Если он не понимает зону честности, ну, мне с таким человеком, честно, даже не хочется говорить. А что с ним говорить, если он очевидного не понимает, что он делает человеку зло и при этом даже не признает себе. Когда человека хочет посадить кто-то, да, на какой-то там косяк, на какую-то проблему, там еще что-то, он всячески себе объяснит, почему он это делает. Но мне было интересно задать вопрос, почему меня этот клиент кидает? Вот. В целом он объяснил, что я купил материал, вот, купил, значит, ветродуйку, вот, он себе все это оставил, он себе там отштукатурил и захотел, чтобы я еще оплатил этот материал. Пусть будет так.